Сыновья Игоря Петренко и Екатерины Климовой, 12-летний Матвей и 10-летний Корней, поладили с 28-летней возлюбленной папой и новым избранником мамы. В эфире программы «Ты не поверишь». Актер театра и кино, 41-летний Игорь Петренко признался, что после расставания сохранил теплые отношения с Екатериной Климовой, добавив, что секс с супругой они дружат с семьями. Больше по теме бывший муж Климовой вместе с молодой супругой выбрал имя для третьей дочери. Актера Игорь Петренко и его супруга Кристина Бродская назвали младшую дочку Евой. И это неудивительно, ведь у актеров есть общие дети, 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Мальчики, к слову, смогли найти общий язык и с новым избранником мамы, 32-летним Елой Месхи, с возлюбленной папы, 28-летней Кристиной Бродской. От партнера по сериалу «Волчье солнце» Гелы Месхи Екатерина Климова родила младшую дочку Белу. А вот у Игоря Петренко уже трое дочерей. Вместе с Кристиной Бродской он воспитывает 4-летнюю Софью Каролину, 2-летнюю Марию и маленькую Еву. Малышка появилась на свет в середине января. Это все эмоции, отношения, кто прав, кто виноват, и так далее. Но это такая ерунда с глобальным пониманием того, что у нас много детей, и как можем помогаем теперь друг другу на этом пространстве, отметил Петренко в интервью программе «Ты не поверишь», говоря о взаимоотношениях секс-супругой Екатериной Климовой.